МЧС России объявила экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозу синоптиков, к региону приближается циклон, из-за которого ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Будьте осторожны и берегите себя. Машина, в которой он находился, была обстреляна неизвестными вооруженными лицами. Куплю жене сапоги. Это просто, Леня. АО «ММА». Сегодня